Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. И сегодня у нас радостное событие, потому как пришла посылка из Италии. Италия – это Сергей. Сергей – это, как всегда, щедрые подарки. И в этот раз он прислал мне вот такую штуку. Это не что иное, как видеорегистратор. Я на воскресенье договорился со своим другом, он отчаянный рыбак, и мы с ним поедем на рыбалку. Я буду фотографировать, он будет ловить рыбу, в общем, все будут довольны. И как раз к этому времени вот Сергей прислал мне эту посылку. Но он не может просто так, что-нибудь еще прислал. Он еще прислал, наверное, посмотрел, как я там мучаюсь опять без этих триггеров. Вот, прислал тут передатчик, который получатель, и еще пульт управления для однокамерных вспышек. Вот. Так. И еще прислал шоколадку, китикет. Вот. Ну так вот они покупателей завлекают. Ну, благодарна, скажем так. Визиточка, да, хорошо. Так, итак, давайте я вас поближе сейчас поставлю, будем рассматривать, ладно? Итак, собственно, камера. Как она солидно выглядит, ёлки-палки. Прямо. Сзади у нее экранчик. Чудненько. Управление. Меню и так далее, но мы будем с этим разбираться еще. Так, дальше, что это такое? О, я думаю, это не что иное, как крепилка этой камеры. Прилипушка такая. Так. Не совсем еще уверен, что это такое. Но это тоже что-то лепится, типа на стекло, и куда-то втыкается. Но я думаю, что может быть... А, это GPS. Это GPS, ребят, все понятно. GPS. Очень длинный, хороший кабель. Зарядный. Так понимаю, что поверху можно было проложить. Замечательно. Еще кабель. Ну, это, наверное, считывание данных с компьютера, вернее, оттуда на компьютер. И, так, мануал на каком же здесь, посмотрим, так, есть на английском, это уже радует. Ну и... И порядок. То есть на английском есть. Хорошо. Я из того, как со стоками наблатыкался делать кейборды, да? Ну, очень солидно все это выглядит. Ну что ж, а то я не знал, чем до выходных заняться. Теперь я буду разбираться. Ну, разберусь, потом я вам покажу, как я ее соединил, как я ее поставил, и мы с вами сделаем пробную когда-нибудь покатушку. Договорились? До того времени. Пока. Так, ну вот, сейчас начинаем тестирование. Мне все равно нужно как бы съездить за... моим штативом для камеры, ну, потому что я в воскресенье собираюсь поехать фотографировать рыбалку, и там мне понадобится, буду снимать на, возможно, низких выдержках. Thank you.
Так, ну вот приехали. Сейчас пойду за компьютером, проверю, как это все сработало. Ну вот, дорогие друзья, как вы смогли удостовериться, камерка очень хорошая, великолепное качество, сочно, все замечательно, все, ничего не рябит, все красиво, и звук хороший тоже. То есть теперь я ей буду пользоваться во время поездки, не буду вешать свою камеру, а может, две повешу сразу, чтобы вы меня видели и сюда смотрели. Да? Ну, на этом я закончу видео. Еще раз спасибо большое тебе, Сергей. Я очень доволен твоим подарком. А сегодня, дорогие друзья, прежде чем попрощаться, я скажу, что вот там, если видно, стоит ящик. Ящик с кожей. Когда-то это кожаные изделия. И вот сегодня я буду их фотографировать. Так что, если будет интересно, не прощайтесь, а заглядывайте к вечеру, я думаю, видео будет готово. Итак, теперь всего самого доброго. Пока!